Представители Каспийского управления ГО и ЧС совместно со спасателями с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах и во исполнении распоряжения администрации города и постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан провели профилактические беседы с отдыхающими. Помимо этого, в связи с протоколами исследования о несоответствии проб морской воды в прибрежной акватории введены ограничительные мероприятия по запрещению купания в акватории водных объектов прибрежной зоны. Сотрудники Каспийской межрайонной поисково-спасательной службы напомнили отдыхающим правила безопасного поведения при отдыхе на водоемах, ведь ежегодно в России тонут порядка 30 тысяч человек. Основной причиной несчастных случаев при купании является недооценка опасностей и неумение выходить из тяжелой ситуации. Зачастую человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Чаще всего к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми и прыжки с высоты. Специалисты проинформировали граждан о том, что желательно купаться только на оборудованных береговых зонах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи. Не заплывать за буйки, не купаться в водоемах в нетрезвом состоянии, а также подплывать близко к судам. Помимо этого, отдыхающим были розданы буклеты и памятки по соответствующей тематике.